Всем привет! Мы в мастерской Интертул. Сегодня мы будем делать очень необычный календарь, который подойдет к любому году. Нам понравилось работать по чертежу, и мы заранее начертили его. Поэтому сейчас просто размечаем по нему каждую деталь и отрезаем заготовки. Сразу склеиваем под прямым углом боковые части календаря, чтобы было проще сделать правильные углы скосов, и обрезаем их. Склеиваем эти детали, а пока клей застывает, займемся будущими рамками. Размечаем их. Делаем отверстие в центре каждое 20 мм. Отрезаем 4 квадрата по 33 мм. Напильником аккуратно убираем заусенцы. Теперь нанесем цифры на рейки. Для этого возьмем полоски с цифрами, заранее напечатанные в зеркальном отражении на обычной бумаге, и положим на них компресс с ацетоном. Через несколько секунд убираем его, приглаживаем чем-то гладким, у меня это обычная крышечка, и переводим изображение на дерево. Теперь сошлифуем то, что нам не нравится, на боковых частях календаря. Задуем детали лаком для дерева и подождем, пока он высохнет. Осталось совсем чуть-чуть. Рейки к боковым частям приклеиваем с помощью термопистолета. Одеваем алюминиевые рамки на рейки с цифрами. Очень важно не забыть это сделать до того, как окончательно соберем календарь. Конструкция выглядит надежно, но думаю, будет не лишним ее еще немного укрепить. Вот и готов наш чудо-календарь, и сейчас я покажу, как им пользоваться. Итак, выставляем вот здесь месяц. Здесь выставляем день недели. На этой рейке у нас первая цифра месяца, а на последней вторая. Получается у нас январь, суббота, 30 число. Спасибо тебе за лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик и до встречи в следующих видео.